то, что мы можем наблюдать, это, а не выжженную или ледяную пустыню, то, что на нашей Земле жизнь зародилась, выжила и продолжает развиваться на протяжении миллиардов лет, получилось благодаря целому ряду обстоятельств. Среди них то, как устроена наша Солнечная система и наше местоположение в галактике. Наша система находится в рукаве Ориона, в относительно спокойном регионе. Мы не внутри шарового скопления, до ближайшей звезды чуть больше 4 световых лет. Мы далеко, в 25 тысячах световых годах от центра галактики, который является гораздо более населенным звездами регионом. Если по пути до Проксимы Центавра мы не встретим ни одной звезды, то там, на той же дистанции, мы бы повстречали сотни и даже тысячи звезд. У нас лишь одна звезда — Солнце. Собственно, примерно 99,9% массы всей Солнечной системы — это и есть Солнце. А оставшаяся доля процента — это все планеты, спутники, астероиды и кометы. При такой доминирующей массе Солнца вполне понятно, как организуется движение тел в системе и как планеты достаточно стабильно существуют на своих орбитах на протяжении миллиардов лет. А если звезда не одна, как наше Солнце, а их две или еще больше, сможет ли планета в такой системе сформироваться и даже стабильно существовать? Какова будет ее орбита? После первых двух роликов о двойных и кратных звездах вопрос о наличии планет в таких системах звучал достаточно часто. Некоторые вообще сомневались, что планеты в таких системах возможны в принципе. И это достаточно справедливый вопрос, ведь еще совсем недавно ученые и сами не знали, возможно ли это. Именно об этом мы, наконец, и поговорим в этом видео. Если по современным оценкам количество планет в нашей галактике может достигать триллиона, а в то же время, возможно, большинство звезд находятся в двойных и кратных системах, неужели весь этот триллион планет находится только у одинарных звезд? Сейчас мы уже знаем, что это не так, и планеты в кратных системах были обнаружены, хотя пока не очень много. На почти 4000 подтвержденные экзопланеты и еще на 4500 кандидатов на сегодняшний день приходится около 130 планет в двойных системах и порядка 30 в системах большей кратности. Но если в системе две звезды, то вокруг чего будет вращаться планета? Тут выделяют два типа систем по их орбитам. Планеты S-типа. Такие планеты вращаются вокруг одного из компонентов в двойной системе. По идее, оба компонента могут иметь свои планеты. И планеты P-типа. Их еще называют планеты с кратными орбитами. Они уже вращаются по более широкой орбите вокруг двух звезд, как вокруг одиночного объекта. Безусловно, существуют ограничения и определенные условия, при которых такие планеты могут иметь стабильные орбиты. А что же насчет формирования таких планет? Ведь обычно модели образования планет из протопланетарного диска путем аккреции рассматриваются в контексте одной звезды. Вообще этот вопрос непростой и заслуживает отдельного разговора. Я лишь кратко упомяну пару вариантов. Безусловно, присутствие второй звезды усложняет задачу и вносит возмущение в формирование планет. Однако протопланетарные диски в таких системах уже были обнаружены. Во-вторых, планета может изначально формироваться у одиночной звезды и впоследствии быть захвачена двойной системой. И такие примеры уже были обнаружены. А сейчас давайте, наконец, разберем несколько примеров таких планет с их интересными особенностями. В первом ролике на эту тему я вспоминал Татуин из «Звездных войн», а также мы делали свою демонстрацию того, как могло бы выглядеть небо в системе с несколькими звездами. Кому-то даже показалось, что такая планета — это удел фантастики. Однако подобный объект уже был обнаружен. Это Кеплер-16b, одна из немногих подтвержденных планет с кратной орбитой. То есть планета, которая вращается сразу вокруг двух звезд – оранжевого и красного карлика. Однако, в отличие от Татуина, который был вполне обитаем, Кеплер-16b – это холодный газовый гигант размером с Сатурн. Ну и раз постоять на твердой поверхности там бы не удалось, НАСА создали вот такую симуляцию вида, который мог бы быть на гипотетическом спутнике такой планеты. Вот сама планета и ее родительские звезды. Планета PSR B162026b, которую еще неофициально называют Мафусаил. Одна из древнейших известных экзопланет. Ее возраст около 12,7 миллиардов лет, что лишь на миллиард лет младше самой Вселенной и почти в три раза старше Земли. Планета вращается в двойной системе.
Это тоже планета P-типа с кратной орбитой, как и Кеплер-16b. Но вращается она вокруг совершенно других звезд, а именно белого карлика и пульсара. А вся система, к тому же, еще и находится внутри шарового скопления М4, близко к его центру. Долгое время ученые вообще ставили под сомнение саму возможность существования планет в шаровых скоплениях, из-за того, что шаровые скопления, такие древние, в них очень мало более тяжелых элементов для формирования планет. Но планеты были обнаружены и там. Судьба у Муфасаила очень интересная. Изначально, вероятно, он сформировался у одиночной звезды, подобной нашему Солнцу, и затем мигрировал ближе к центру скопления М4 и был захвачен двойной звездой. Родительская звезда Муфасаила была выброшена из системы, а в процессе эволюции две звезды стали белым карликом и пульсаром. А что насчет тройных систем? А еще, есть ли где-нибудь планеты в кратных системах недалеко от нашего Солнца? Если, конечно, можно использовать слово «недалеко» в отношении межзвездных расстояний. Да, есть, и можно сказать, ближе некуда. В 2016 году была открыта экзопланета у ближайшей к нам звезды Проксима Центавра, которая предположительно является частью тройной системы. Планета Проксима Центавра B по размеру сравнима с Землей и даже находится в так называемой обитаемой зоне, то есть на таком расстоянии от звезды, на котором вода на поверхности могла бы находиться в жидком состоянии. И хоть жидкая вода и является одним из ключевых факторов, необходимых для существования той жизни, что известно нам, должны присутствовать и другие, в частности атмосфера для регулирования климата, поддержания необходимого давления, защиты от вредного космического излучения и так далее. И как бы ни было соблазнительно, обнаружив землеподобную планету у ближайшей к нам звезды, уже строить планы об отправке туда корабля поколений или выхода на связь с Проксима-центаврийцами, похоже, нам придется попридержать своих ракетных коней. У красного карлика Проксима Центавра были зарегистрированы сверхмощные вспышки, которые, видимо, происходят нередко и влияют на планету сильнейшей радиацией, испаряя потенциальную атмосферу и фактически стерилизуя планету. Так что, скорее всего, она непригодна для жизни, которую мы знаем. А вот изображение в представлении художника, как бы могла выглядеть поверхность этой планеты – безжизненная пустыня и три звезды в небе. Большинство экзопланет сейчас открываются косвенными методами. Одна из немногих экзопланет, наблюдавшихся напрямую, – Фомальгаут-Би. Также это одна из экзопланет, у которых уже есть полноценное имя – Дагон. Звезда Фомальгаут, вероятно, входит в состав тройной звездной системы. А еще, возможно, Дагон – не единственная планета у этой родительской звезды. Их может быть две или даже три. Еще одна тройная система с планетой HD 188753. Она состоит из звезды, подобной нашему Солнцу. И на расстоянии, приблизительно равному расстоянию от нашего Солнца до Сатурна, вокруг первой звезды вращаются близко находящиеся друг к другу красные и оранжевые карлики. Планета же, которая относится к классу горячих Юпитеров, то есть это газовый гигант, находящийся очень близко к звезде, вращается вокруг первой звезды с периодом всего в 3,5 дня. Если у этой планеты есть спутник, вот как небо может выглядеть на нем. Но и это не предел. Планеты были обнаружены и у четверных звезд. Например, система 30 Овна, состоящая из двух двойных звезд, вращающихся вокруг общего центра масс. В этой системе в одной из пар была обнаружена планета, вращающаяся вокруг одного из компонентов. И, наверное, еще более интересная планета PH1b в системе Кеплер-64, которая, в отличие от первого примера S-типа, является планетой с кратной орбитой или планетой P-типа. То есть также в четверной системе, состоящей из двух пар звезд, она вращается не вокруг одной звезды, а вокруг пары, как уже упомянутая PSR B162026b или татуиноподобная Кеплер-16b. И это только начало. Еще совсем недавно считалось маловероятным существование планет в кратных системах. Сейчас же, с открытием тех объектов, о которых я рассказывал, с развитием новых технологий, мы понимаем, что во Вселенной все устроено еще интереснее и сложнее, чем нам казалось ранее. А также ученые пытаются дать ответ на вопрос, а могут ли быть такие планеты пригодными для жизни? У них, как и у планет, у одинарных звезд, могут быть свои зоны обитаемости. Но кроме этого, выходят исследования, которые изучают этот вопрос более глубоко, с учетом факторов вроде стабильности орбит и многих других.
Этим роликом я заканчиваю трехсерийный цикл о двойных и кратных звездах. Если вы вдруг начали смотреть с этого видео, обязательно посмотрите первые два, ссылки скоро появятся на экране. Суммарно на все три ролика ушло немало сил, и спасибо всем, кто поддерживает канал как может. Кто-то лайками, комментариями, репостами в соцсетях, а кто-то материально на Патреоне или другими способами. Надеюсь, вам очень нравится то, что мы делаем. Подписывайтесь на канал. Пока!